Доброго времени суток. Переработаем вот такие вот мосты. Здесь только шапки. Взвесим. 85 грамм. И вот такие чипы. Здесь 303 грамма. Ну, 302, потому что пакетик. 302 грамма. Сейчас я им сделаю обжиг по отдельности. Это отдельно и это отдельно. Сделаю капитальный обжиг и затем посмотрим. Вот такой обжиг. Это мосты, это микросхемы, чипы. Вот это я буду измельчать отдельно. Но это в этой же посуде. Извлеку отсюда все магнитные. Магнитные отдельно. Радиаторы отдельно. Радиаторы где-то коробочку и собираем до килограмма. Будет килограмм, можно взять оттуда и серебро. Конечно же, в этих деталях есть серебро, кроме вот таких вот радиаторов. Но такого материала нужно много. Ну, хотя бы там пару килограмм, затем можно заниматься, забирать и из травления, из раствора травления можно забирать и серебро. Так что я серебром заниматься не буду. Только заберу магнитные. Протравлю отдельно. Вот эту всю пыль с волосками потом объединю с этой пылью, с волосками. Кстати, здесь тоже были радиаторы. Вот они. Которые обычно находятся сверху. И объединю, отмою пепел и затем посмотрю на золу. Возможно, золу придется еще раз выжигать до бела. Полностью отмою пепел, добьюсь того, чтобы только оставались кристаллы, ну там стекло, все такое. Но чтобы золы ни грамма не было. И затем только травление сделаю и растворение золота. Вот таким сейчас займусь. Это вот сколько магнитного получилось. Литровый стакан. Вот это вот зола. Вот оно желтое. Сейчас. Во. Вот видно. Желтое. Кристаллы в основном остались. Но осталось немножко и зола. Так что сейчас я все это буду сушить в сковородке и делать до обжиг. Сделал дополнительный обжиг. Вот промыл пепел, кристаллы и золото. Вот оно. Вот такая полоса золота. И металл вот этот вытравил. Там что-то осталось, немножко есть позолотка. На металле, на этом, на магнитном, позолотки совсем мало. И сейчас я все это смою сюда, в этот стакан, и сделаю небольшое отравление вот этому, потому что там есть немножко меди. Вытравлю. А затем растворение золота. Протравил материал. Это раствор протравки. Проверил. Хлорида там немножко. И растворил золото. Вот. С этих кристаллов. Там одни кристаллы остались. И золото. Сейчас буду фильтровать. Раствор золота профильтровал. Вот поставил на плитку. Он уже кипит. Вот такой стакан. Высокий. Ну и сейчас буду восстанавливать золото гидроксиламином, насыщенным. Сейчас понемножку нужно проверить, есть ли там кислоты. Почти нету. Сразу идет восстановление золота. Значит, можно влить сразу
побольше. О. Я думаю, достаточно будет гидроксиламина. Сейчас я помешаю и проверю. Еще чуть-чуть. О. Ну все, пускай золото восстанавливается. Потом глянем, как оно там выпадет. Отличное осаждение. Ну и сейчас буду промывать осадок. Вот такой раствор. Все примеси в растворе. Золото выпало чисто. Ну, сейчас посмотрим на это золото. Высушил золото. Ну и сейчас узнаем вес. Вот оно. Чистое. Включаем весы. И взвесим. Вот такой вес. 1,3. Нормально. Сейчас еще сплавлю. Посмотрим на слиток. Взвесим. Ну вот он, слиток. Сейчас взвесим. 1,33. Как и было, но здесь бура немножко есть. Ну а в следующем видео вот разберемся с таким вот переключателем. Я нигде не нашел информации. Здесь контакты вроде бы с позолотой. Вот они. Сейчас фонарик наведу. И нужно проверить содержание вот такого вот переключателя. На этом все. Всем добра и удачи. Всем пока.